Всем доброго вечера, мои дорогие. На остановке сижу. Жду автобуса. Устала я, вы не представляете. Последние минуты ужин готовила для мужа. Жду автобуса своего. Чуть авария не произошла, посмотрите. Как они близко друг к другу соприкоснулись почти. Да. Иду на зубу скакать. Зумбистка Светлана возвращается домой. Сегодня на зумбе меня все назвали Светлана. Почему? Не хочу хвастаться, но я им показала класс. Мы так сегодня хорошо танцевали, и под конец я села на шпагат. Коронованный мой номер, и я села на шпагат. И после мы остались, они там мне показывают, еще сядь. И все, Светлана, Светлана, гору-ширу Светлана. В общем, Светлана показала кое-какие им элементы растяжки. Девчонки так обрадовались и смотрят на меня. В общем, я довольна очень. Мне уже сегодня намного легче. Я не устала. В общем, девочки, мальчики, мне очень нравится зумба. И уже руки не болят, все тело прошло адаптацию. Сейчас будет классно. Конечно, над движениями надо работать много. Но, естественно, я изучаю, обучаю. Сейчас вот иду домой одна. Так хорошо, автобус рядом вообще. Я очень довольна расположением. И немножко подальше я похожу. Ничего страшного, я же должна привыкать как-то. Вот. Сейчас душ. Ужин я приготовила мужу. Я не знаю, он дома или нет, с другом пошел гулять. Ну вот, а я иду. Всем доброго вечера. Идем с моим мужем. Гости. Она моя подписчица давняя. Как раз у меня под цвет помады цветочки. Одна моя подписчица сейчас в Мерсине и очень хотела с нами встретиться. Поэтому мы собрались, идем. В ресторан идем. Много работала Света. Очень много-много. Можно и отдохнуть. Мой принц. Друзья мои, я сегодня вечером познакомилась с Людмилой и Ожджаном. Они проживают в Германии, но купили недвижимость в Мерсине. И Людмила, сколько лет ты меня смотришь уже? Или сколько время? Какое время? Три года меня Людмила смотрит и очень захотела со мной встретиться и познакомиться с моим мужем и со мной, естественно. А вот Людмила и Ожджан пригласили нас, мы встретились, знакомимся, ну и потом познакомлю вас. Привет, скажите, мои дорогие. Привет. Людмила имеет обладает такой энергетикой, как я, и вот не зря говорят, что родственные души встречаются. Вот мы с ней одногодки, она такая же счастливая, как я, женщина, чтобы знали. Мы очень любим нас, наших мужей, и мужья наши любят очень нас. И Людочка скоро уезжает в Германию, но обязательно вернется. Дашка, можно тебя снять? Чуть-чуть. А вот. Приятного нам аппетита. Дубль номер 2. Что у меня вкусненького? Сейчас я вам покажу. Так, очень люблю этот ресторан и рекламирую его для всех. Şimdi şöyle yapacağız. Siz bir tane telefon ayarlayın. Kebap. Bizim resminizi çekebilir misin? Ye, ye, snimaj. Bana bakın Людочка. Bak aşkım. Мяско. Вот, Людочка. Ресторан находится возле Лоба. Я что делаю? Мой муж спрашивает, что я делаю. Снимаю его, пользуюсь возможностью. Перед гостями стесняется, не может отказать мне.
Друзья, вы посмотрите, как мы хорошо сидим. Мы очень хорошо сидим с друзьями нашими. Вам нравится Мерсини? Нам очень нравится Мерсини. Вот так вот. Мы очень рады, что вы нашли время и встретились со Светланой. Она такой открытый, душевный человек, и муж у нее такой прекрасный, такой душевный. Мы очень рады этому знакомству, очному. Заочно мы уже с Светланой были через YouTube знакомы. Я, во всяком случае, с ней была знакома. Но я очень рада нашему очному знакомству. Людмила, а я вообще в жизни и в камере разная или вот такая же, как в камере? Нет, наверное, такая же. Я просто заметила, да, в жизни Светлана даже выглядит сейчас вообще как юная девушка. Она моложе выглядит в жизни. Нет, я не то, что внешность имею в виду, а вот, вот именно характер вот нет, этой вот. Нет, она абсолютно такая же, как и в жизни. Как и на Ютубе, да? На Ютубе, такая, такая же простая, как... Да, очень открытая, очень да. Простая, душевная девушка. Спасибо, моя девочка, спасибо. Оказывается, ночью, где собираются гуси, смотрите, где. Мы с друзьями все ходим, гуляем, показываем им ночной Мерсин. Настолько они счастливы. И мой муж тоже счастлив. Гуси спят. А сейчас посмотрите на набережной. Люди сидят. Много сидят людей. Мы-то думаем, час ночи, никто их. Все спят, оказывается, не спят люди. Друзья мои, вчера я приготовила вот такой вот десерт. Сохранила я его вот в пакете из-под молока. Порезала. Сейчас мы будем пить кофе со Шкимом. Если мне понравится, я обязательно вам запишу рецепт. Делается он очень-очень быстро. Посмотрите, какой красивый. На пол-литра молока. Ну, естественно, в следующий раз я буду делать побольше. Ой, как его уже искушаю попробовать. Смотрите, какой он внутри. Долго показываю, чтобы подразнить вас чуть-чуть. Вот я сейчас вместе с вами буду его резать и попробую. Сначала без моего мужа. Смотрите, какой он внутри. Сейчас камеру переверну и буду показывать себя. Хотя многие из вас не любят, когда я кушаю на камеру, но надо же его как-то попробовать. Посмотрите, какая красотища. Вот такой вот мой десертик. Сюда входит шоколадная плитка. Ой, холодильник опять открыт. Шоколадная плитка. Молоко и сахар, и желатин. Больше ничего. Какао, естественно. Какой интересный, мне интересна реакция мужа. Мне очень понравилось. Без муки, без яиц. Сейчас я кофе сварю. И угощу его. Вчера мы так хорошо провели время с нашими друзьями. Людмила 3 года уже наблюдает за мной на Ютубе. Такой энергии, как я. Такая она молодец. Она в Германии работает главным бухгалтером. Она прошла курсы бухгалтерские, потом прошла немецкого сначала бухгалтерский и добилась на того, о чем мечтала. Вот таких людей я приветствую, которые идут вперед, не стоят, не смотрят в руки мужу своему. Вот таких женщин я приветствую. Ладно, буду кофе варить. Идем сейчас пить кофе с мужем. Не без сахара, поэтому сейчас буду варить для себя отдельно кофе. Вот, какой десертик вышел, такой гладенький, такой красивый. Интересно, как оценит мой муж печенечко, мороженое и десертик?
Приятного нам аппетита. Ашка ему очень понравился десерт, я даже не ожидала. Он кушает и кушает. Ашким сана бегедынмы ими, соли? Бегедынмы? Вот. Значит, запишу рецепт в следующем видео, когда буду готовить, и покажу вам. Очень вкусно, правда. Летом вообще обалдеть. Можно и импровизировать тоже делать. Не только шоколадом, но с чем-то еще. Я на месте, мои дорогие. Собрала так волосы, потому что ты мокрая, как курица. Вот так нас много собралось. У нас отключили свет. Что-то видно здесь в здании проблема. Подключили динамики, кондиционеры и отрубили. А девочки, посмотрите. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.